Партия «Единая Россия» отметила день рождения. В этом году ей исполнилось 20 лет. Этот праздник имеет большое значение для людей, которые стояли у истоков создания политического сообщества. В гостях у одного из ветеранов партии, Александра Тимченко, побывала наша съемочная группа. Где-то я в светлом костюме бегаю. Вот Алексей Второй. Эту маленькую комнату Александр Тимченко называет своим домашним музеем. Здесь портреты родственников, архивные фото, грамоты и медали, накопленные за многие годы. За его плечами 50 лет трудового стажа и успешное политическое прошлое. Организовал эту партию Отечества. У нас была точка опоры. Во-первых, Люберецкое отделение Российского союза молодежи. Холодов Алексей Иванович был такой. Потом мы опирались на объединение профсоюзов. Это Александр Васильевич Попова. Потом с Думой, помощник депутата Государственной Думы Любовь Дмитриевна. Вот у нас были такие точки опоры, когда мы организовали здесь партию. В 2001 году Александр Иванович возглавил Люберецкое местное отделение «Единой России». С 20-летием со дня основания партии ветерана поздравил его преемник Владимир Ужицкий. Вы у нас старейший член партии. Да. Поэтому за подписью Брынцалова, это руководитель по нашей партийной организации всей Московской области, вот такая почетная грамота. Ну, по крайней мере, она будет подчеркивать еще раз в вашем музее, что вы у нас спасибо, старейший член партии. Туда, в музей отнесу. Да. Спасибо большое. В следующем году Александру Тимченко исполнится 90 лет. Он до сих пор интересуется жизнью партии и следит за ее деятельностью. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.